Куда идем, девочки? Фикс прайс идем. Так, надо взять корзиночку. И пошли посмотрим, что новенького тут появилось. Смотрите, какая интересная расческа. Вот такие вот петелечки. И это что-то новое. Я такого еще не видела. Классно. Вот это симпатично. Вот такая щетка, как он. Удобная коробочка, да, вот такая вот для резиночек, чтобы не валялись. У дочки надо такую, чтобы она купила, чтобы они у нее не валялись, где попало. Гантель-бутылка. Прикольно, только как ее ставить? Она должна лежать, наверное, да? Влажные полотенца для всей семьи. Универсальные очищающие. 77 рублей стоят, но я таких еще не видела. Шипучка для ванн с разными вкусами. Кола, клубничка, шоколад, жвачка. Интересно. 18 рублей 30 копеек стоит. Интересно. О, какой блокнотик интересный. Прикольная мягкая штучечка такая. 199 рублей стоит. Смотрите, хамелеоны какие. Это вот такие блокнотики. 199 рублей стоит, но они вот меняют цвет. Очень интересное решение. Прям симпатично. А вот такой блокнотик 99 рублей стоит. Смотрите. Здесь простые листы такие, чистые. Тут еще есть листы в клеточку. Такие вот. И вот такие, тоже в клеточку. Ну, такие они тоже разноцветные, симпатичные. А вот такие, смотрите, блокнотики прикольные. Оп. Интересные, да? 55 рублей. А, нет, вообще-то не 55. Это здесь нету вообще ценника. Ну, наверное, 99 тоже. А вот такой вот блокнотик с замочком и с ключиком. 199 рублей стоит. Тоже симпатичный, интересный. А вот такие ножнички для деток. 55 рублей стоит. Пальчики сюда всовываем, чтобы ножнички не спадали с рук. Тоже здорово, да? И зелененькие есть, и синенькие есть. Ручка. Это две ручки в наборе. 55 рублей стоит. Прикольные, на руку одеваете, никуда не потеряется. Я не знаю, прям купить хочется. Я не знаю. Мое любимое печенька. Печенье мюсли. Ребята, очень мне нравится. Такое вкусненькое. 50 рублей стоит всего лишь навсего. Надо взять. Вот такие вот светильнички есть. 199 рублей стоит. Ночничок. Ничего. Хорошенький. А вот еще такой ночничок. 199 рублей стоит. Мишка. Симпатичный, да? Детский такой. А вот такие клипсы-прищепки для одежды. 4 штуки. Стоит, цены нету здесь, наверное, 50 рублей. Не знаю прям, к чему их применить. Ну, может быть, можно так раз повесить на крючок, прищемить. Не знаю. Ладно, не буду брать. Коробочек много всяких разных.
Ну, это коробочки большие. Мне надо поменьше найти. Мне нужна одна маленькая, небольшая, узкая коробочка. Моющие средства всякие разные. Вот такое я брала уже. Кстати, очень хорошее средство. 10 в одном. И полы можно мыть, и все что угодно. Дезинфицирует, и для унитаза подходит, для всего. Стоит 77 рублей. Вот тут досочки есть, как у меня. Вот такая гибкая доска, кстати, очень классная. 77 рублей. Разных цветов есть. И она очень удобная. А вот такая досочка, как у меня, только поменьше. Это как раз вот мясо, когда режете, чтобы сюда стекал сок. Чтобы на стол не затекало. Тоже 77 рублей стоит. А вот стаканчики с трубочками. Симпатичные. Правда, стоит, конечно, 149 рублей. Но вот такой красивый стаканчик. Я бы взяла такой. Там вот еще есть другой рисунок дальше. И с такими рисунками тоже, с трубочкой, прикольно. А есть еще вот такие тоже, светящийся стакан. Здорово. Ну и стоит тоже здорово. Что тут новенького с чашечками? Какие-то чашечки появились. Во какая. Вот такая вот широкая, как пиалочка. С нее можно даже супчик пить. 77 рублей стоит. Большие кружки. Кстати, вот иногда люди ищут большие кружки. Вот здесь бывают они разные. Вот какая. Девочки, есть шейкер для коктейлей даже. Смотрите, я никогда фикс прайс еще не видела шейкер. 199 рублей. Но он, похоже, из нержавейки полностью сделан. А вот такая бутылочка с трубочкой. Как вам? 99 стоит. Алюминиевая посуда. Я вот такие тарелки уже не видела 100 лет. Еще в столовых такие были. Не знаю, в советские времена. Такие вот тарелочки. Ну, это походный вариант. Кастрюлька, кружечка. В походку найти. Прикольный стаканчик, улыбается, да? А есть грустный. Вот такой вот. Фитомармелад, облепиха, душица с облепиховым соком. Стаканчики вот такой интересный. Интересный мармеладик, стоит 55 рублей. Какой большой выбор всяких вот этих вот коробочек. Большая корзина, есть беленькая, огромная. У дочки моей, наверное, меньше, она брала такую белую. А может, такая же, не знаю. Набор для ванной. Такой вот. Ну вот, вешалочки мои любимые. Сейчас надо взять вешалочку. Это все для одежды. Что это за стельки такие интересные? Мягкая пятка. 77 рублей. А вот такой я еще не видела. Накладки защитные от ударов дверной ручки. Они там на липучке. А к стене они крепятся, вот на рисунке. И ручка будет стукаться об эту накладку. Такая мягкая. Ну, как бы, не сильно мягкая, но так, нормально. Ну, и симпатично, да? Прикольно. Я такого не видела. С
цены нету, значит 50 рублей стоит. Отвертка 8 в одном с подсветкой 149 рублей стоит. Но я такого еще не видела. Компактно хранится, ну прикольненько. А шляпок здесь сколько, девочки. Это все пляжные шляпки. На любой вкус и цвет. Выбираю, не хочу. О, и вот такая вот даже есть. Ковбойская шляпа. Подвесное кашпо. Интересно. А, это оно просто в пленке. Я думала, тут застекленно. Просто пленки. Ставите туда цветочек и подвешиваете. Ну, интересно такое. Вместо корзинки, да? Разные цвета есть. Мангал сборный. Такой небольшой мангальчик стоит 199 рублей. Девочки, в Фикспрессе вообще дешевое мороженое. Вот такое вот эскимо, которое я брала, жемчуг, 25 рублей стоит. И такие большие брикеты стоят 50. Это самая большая цена. Ну и другие там по 16 рублей. Вообще вот они, ценники висят. Подняться сейчас в другой магазин, там будет все гораздо дороже. Так, ну есть соблазн. Есть соблазн. Девочки, смотрите, какие магнитики прикольные на холодильник. Но это еще с 23 февраля остались. Но прикольные, прикольные. Так, ну, девочки, я еще решила взять дыньку. Самую спеленькую мне дайте. 80 рублей стоит килограмм. Узбекистан. Ну вот, девочки, я пришла из Фикспрайса. Там невозможно снимать вообще. То, что я там наснимала, я еще не знаю. Но там постоянно вот это крутится радио, говорильня, говорильня, говорильня. То музыка это играет, то тележки, то детки шумят. Ну, в общем, короче говоря, что-то сняла. В общем, что получилось, то получилось. Но я вам хочу показать, что я купила. Ну вот давайте покажу сначала из еды. Ну, во-первых, я купила мороженое, я не удержалась. Вообще в Фикспрайс я хожу редко, ну где-то один раз в месяц. Поэтому думаю, ладно, побалую себя мороженым. И на палочке эскимо, которое жемчуг. Жемчуг с миндалем, с шоколадной глазурью, очень вкусный, я его люблю. Я взяла два эскимо и один такой брикет, если его добавить, может быть, в коктейль придется или еще куда-то. Брикет стоит 50 рублей. А эскимо по 25. Еще по 50 рублей я взяла вот такие вот печенюшки. Я брала как-то два штуки. Ну и съела уже, естественно. Мюсли. Оно такое прессованное печенька. И там много вкусных всяких вкусностей. Изюмчик есть. Клюква там есть. Ну, в общем, такое, знаете, вот мюсли, но как печенье, оно может заменить перекус какой-то там с компотиком. Ну, мне нравится. В общем, взяла такие два. Еще я взяла вот такую вот длинная такая вафелька Макс. Вафля тоже в шоколадной глазури. Ну, хочу попробовать. Она с орешками еще. Думаю, ну, что-нибудь вкусненькое надо взять, раз уже я там. Так, где этот чек? Надо посмотреть, сколько стоит. Вафля стоит 27,50. А еще, девочки, я взяла вот такой вот мед. Написано «Цветочное разнотравье». Ну, вот такой вот он прозрачный, жидкий. Я такой мед люблю. Ну, он может долго храниться, поэтому я взяла и, в общем-то, буду его есть, может быть, с чаем. Мед стоит 77 рублей. Вот такая баночка. Ну, а еще я взяла вкусная соль. Это такая соль, которой я всегда пользуюсь и у дочки, и у себя. 7 блюд, йодированная, и она там с травками идет, в общем, вкусная, правда, на любые блюда она подходит. Но у моей дочки соль такая закончилась, если она не купит, я тогда возьму одну, ей отнесу. У меня еще есть пока, это я как запас беру, чтобы было. Вкусная соль стоит 55 рублей. Ну, из еды все, а еще что я взяла, вот такой вот магнитик на холодильник,
Но мне понравилось, что здесь написано «Враг не пройдет». Там есть магнитики, которые еще с 23 февраля висят. Ну, вот такая надпись, она меня как-то вот приколола, знаете. Сейчас я открою, посмотрим. Магнит стоит 55 рублей. Вот такая деревянная дощечка, на ней такой магнитик. И вот он. Правда, прикольненький магнитик? 50 рублей всего стоит. Но у меня коллекция магнитов на холодильнике, поэтому мне это надо. Девочки, взяла еще вешалки 5 штук, 77 рублей стоит. Вот такие, я уже вам показывала их не раз. У меня их много, но у меня две посылочки сейчас в дороге уже идут, я ожидаю. И мне нужны будут еще дополнительно вешалочки, поэтому я прикупила еще. Но я такие вот люблю, потому что они антискользящее покрытие имеют. 5 штук стоит 77 рублей, а 3 штуки стоят 55 рублей. Ну, я решила, что лучше взять сразу 5. Девочки, влажная туалетная бумага Зева стоит 99 рублей. Там было еще какое-то другое название, ну, подешевле. Но я решила, что лучше взять Зеву, это уже проверенное. И, честно говоря, я еще такой влажной туалетной бумагой-то особо не пользовалась. У меня были салфетки. А вот это вот я решила взять, попробовать, пусть будет. Еще я взяла ватные диски, стоят 55 рублей, 160 штук. Но я беру обычно Котте, вот эта фирма, она мне нравится. Они вот такие, как прошитые. И выгодная упаковка, в общем, я взяла. Еще я взяла вот такой органайзер, вот такую коробочку. Мне нужна была такая узкая коробочка. Ну, тут можно поставить вот такие перегородки. В принципе, там можно какие-то бутылочки поставить. Но мне нужно для другого. У меня такие есть некоторые кухонные принадлежности, которые длинные. Они занимают место у меня в коробке с ложками, вилками. Я их хочу просто положить отдельно вот в такую коробочку. Ну, другого цвета не было. Она вообще была одна. Поэтому я взяла ее. Была бы другого цвета, я взяла бы другого цвета, посветлее бы какую-нибудь. Ну, вот такая стоит 77 рублей. В общем, в основном за ней-то я и шла. И взяла, как всегда, сопутствующий товар, попутный товар. Девочки, вот такие шипучки для ванн. 18,30 стоит всего лишь навсего. Они такие детские. Ну, у нас Дэня любит играться в ванной. И я решила взять одну для пробы со вкусом клубнички. Они там с разными вкусами есть. Ну, попробуем, посмотрим, что это такое. Я еще не знаю. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот они все мои покупочки. Покупочек немного, потому что я шла, собственно говоря, за вкусной солью, за этим органайзером. Думаю, попутно я куплю еще вешалки. Они всегда нужны. Ну и думаю, посмотрю что-нибудь вкусненькое, вообще что-нибудь интересненькое. А вышла с фикс прайса, у нас продают там, смотрю, маленькие дыньки. Ну, думаю, возьму еще и дыньку. Так что взяла еще маленькую дыньку, которая стоит вообще, мне обошлась 50 рублей. Вообще килограмм стоит 80 рублей у нас. Ну все, на этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!